Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича с сайта wagnerland.ru. С вами снова Илья Механик, и это 7-й выпуск переклички, посвященный он будет мопеду Piaggio Ciao PX, модель C7E2. Данный мотовелосипед выпускался всемирно известной корпорацией Piaggio с 1967 года по 2004 по одним источникам, 2006 по другим источникам года. Целых практически 50 лет, без особо кардинальных изменений. На данную раму приходилось около 6 различных модификаций. В чем разница? Сейчас объясню. Было 3 группы на 17-дюймовых колесах, цифрой C7, то бишь как эта модель, и 19-дюймовых колесах цифрой C9. Вот такая у них была маркировка. В зависимости от наличия подвески передней, задней не было априори на этой модели Ciao, передняя была либо жесткая, отсутствовала полностью, либо же, как в данной модификации E2, рычажного типа, две пружинки. В зависимости от того, какой применялся двигатель, вернее, тип трансмиссии и максимальная скорость, которая регламентировалась страной, куда завозился этот мопед, было два типа трансмиссии: с центробежным сцеплением и с вариатором. Вариаторные, как правило, шли в страны, как Германия, Нидерланды, где шло строгое ограничение для такого вида мотовелосипедов. Около 30-35 км в час, и этот двигатель принудительно душили вариатором. По техническим характеристикам, вот в данной конфигурации с центробежным сцеплением, этот мопед своими 50 кубиками рабочего объема и почти 2 лошадиными силами разгонялся до 40-45 км в час. Тоже информация разнится в зависимости от документов. Что собой представлял двигатель? По факту это была двухтактная машина с консольно нагруженным коленчатым валом. То есть вся нагрузка, генератор и центробежное сцепление находилось под одну сторону коленчатого вала. По факту сам нагружен был левый подшипник. Благодаря принудительному охлаждению этот мотор, вот сейчас в данный момент мы тут его прогрели, прокатались, я сейчас спокойно могу приложить пальцы, ну немножко, да, слегка жгет к головке блока цилиндра. Хотя мы где-то минут 30 катались сейчас по гаражам. Карбюратор Del Orto, размер диффузора, по-моему, 12 либо 14 миллиметров, врать не буду, я, да, 12 миллиметров. Воздушный фильтр сетчатого типа, как на наших любимых мопедах, но пластиковый корпус имел, корпус отстойник. Что еще по двигателю? Центробежное сцепление, их тут два. Вообще трансмиссия данного мотовелосипеда очень интересная. По факту мы имеем штампованную сварную раму вот из двух P-образных профилей, и вот бак, который является частью рамы, к нему приваривается стойка под переднюю вилку. И гармонично между вот этими двумя P-образными профилями на двух шпильках крепится двигатель. Центробежное сцепление передает крутящий момент за счет вот этих вот трех колодочек через ремень, обычный промышленный ремень размерностью 10×8×944 на редуктор и заднее колесо. В заднем редуктор колесе есть специальная кнопочка, которая позволяла отключать трансмиссию от двигателя, и мопед мог продолжать движение на педальном ходу. В отличие от наших дырчиков, где мы выключали сцепление, и в неловкий момент оно пробуксовало, подзадевало, могли запустить двигатель, тут полностью в редукторе отключалось трансмиссия двигателя, и можно было спокойно доехать. В прошлом году, 2015, на велодень, я на этом мотовелосипеде проехал 38 километров без участия двигателя. Двигатель был снят на
капитальный ремонт, по факту вес мопеда был уменьшен почти на 7 килограмм. Да, одна из очень важных вещей. Данный мотовелосипед имеет общий вес 33-37 килограмм. Почему 37 килограмм? Скорее всего, это связано с вариаторной версией, потому что тут есть будет вариатор и тут заднее сцепление. Скорее всего, из-за этого разница в 3 килограмма. Плюс-минус сиденье. Кстати, вот на данной модификации 82 года сиденье имеет две пружины. Под седлом одна пружина и вторая пружина, пружинищая рамка. Колеса, как я уже ранее говорил, применялись 17-дюймовые, но имели дикую размерность 2.0. На данный момент данная размерность снята с производства, и когда мне достался этот мопед с сломанным ободом, его не было родного, я смог найти обод от Дельты, а колесо смогло встать только впритык, совсем впритык, тут вот зазор минимальный, как вы видите, 2.25-18. Расход. Так как это малокубатурная техника, сделанная итальянцами, расход тут в районе 1,5 литра на 100 км в час. Ну, это тоже если ехать со скоростью около 30 км в час. Электрооборудование переменного тока 6 вольт, вернее 7 вольт, если правильно говорить. Так как снегает аккумулятор, 7-вольтовая. Имеет звуковой сигнал, как положено по технике безопасности, фару головного цвета и задний габарит. Зажигание идет контактное, без возможности регулировки опережения зажигания, то есть катушка намертво стоит. Можно только регулировать зазор в контактах прерывателя. И мощный трансформатор. Для запуска мопеда необходимо включить привод, грубо говоря, блокировочную собачку отключаем. И... О, боги, многие дождутся наконец-то. Сейчас я попытаюсь произвести запуск мопеда. Выжимаем декомпрессор. Да, он запускает. Ты это слышишь? Мопед удивительно тихо работает. Но холостые что-то плохо держат, так как на данный момент еще после последней, уже третьей поклейки колодки сцепления, она еще притирается, эта колодочка, даже можно увидеть, вот ее номер 3, она толще двух остальных, вот она третья, еще не притерлась. Максимальные обороты двигателя, замеренные мной, в районе 5200 оборотов в минуту. По паспорту максимальная мощность достигалась на 5000 оборотов. Вот эти все дела, как вы видели в начале, спрятались специальными декоративными кожухами. Такой небольшой багажничек с пружиночкой помогал небольшой мешочек сзади вести. В районе бака можно было повесить небольшую сумочку. Как по мне, для европейского мотовелосипедизма это самое лучшее, что могло с ним произойти. И недаром данная модель Чао была выпущена около 3 с лишним миллионов экземпляров в течение 47 лет, если брать окончательный срок выпуска 2004 год, когда уже просто их запретили выпускать по причине введения норм Евро 4. Надеюсь, этот рассказ и 7-й выпуск был вам интересен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем.